и играет со снегом. Ты в туалет пошла? Серьезно? На улицу? Или что ты делаешь? Про него есть целые мистические истории. И вообще про это место. Я слышу, там кто-то шуршит под домом. Больше всего я этого боялась. Начинаю переживать, ребят, серьезно. Вообще жесть. Я не понимаю, куда могла кошка подеваться в такую погоду. Привет, я Энни Мэджик. И, как вы знаете, мы наконец-то переехали в свой дом в деревне. И сегодня мы выпустим гулять на улицу нашу кису Алису. Потому что уж очень она просится, и я подумала, что вам будет интересно посмотреть. Так что подписывайся на канал, если еще не подписаны, чтобы не пропускать наши новые видео из жизни в деревне. Погнали! А вот и наша киса Алиса. Кстати, в прошлом видео, где я показывала дом, вы все проголосовали за то, чтобы я рассказывала о доме больше. И делала какие-то обзоры, например, кухни, про покупки, что меняется. Я безумно этому рада, что вам это интересно, поэтому буду больше снимать об этом. И, как я обещала, будет больше жизни каждый день, вот как мы живем. Например, сегодня утром. Что тут происходит? Алиса. Алиса, ты чё? Алиса, стой! Дай я сниму с тебя эти штуки. Алиска, подожди. Дай я тебе помогу. Да стой ты, подожди. Господи, смешная кошка. Ты смешная кошка? Ну, сама виновата. Да. Короче, я тут собралась продавать кое-что и решила привести в порядок вещи вот такой вот штукой. Оторвала старые, и Алиска пришла с ними играть. Ты опять хочешь попробовать? И сама же на себя их наклеила. Алис, зачем ты это делаешь? А? Опять играет с ними. Вот такие дела у нас были в коридоре утром. Кстати, вот тут вот в хозяйственной комнате, в шкафу мы поставили киси на Алисин туалет. Тут еще корм наш платинум для песиков. Но у меня, ребят, есть очень сильное желание приучить кису Алису ходить в туалет на улицу, как и собак. Еще киса Алиса любит пить из миски, вот именно собачьей. У нее есть своя, конечно же, но своя ее почему-то не устраивает. Ей надо пить именно из собачьей. Ты решила, что ты собака, выросла в собачьей семье, поэтому... Конечно, надо все с собаками делать. Четко. Молодец. Давай. Бильярдист. Давай, закатывай. Я сейчас позову всех собак гулять, и я просто уверена, что киса Алиса подойдет к двери и будет тоже проситься на прогулку. Посмотрим. Софи, Эйвен. Миша. Алиска уже, мне кажется, хочет гулять. Я нарыла пушистиком разные туннели, и они ведут в разные места. Один ведет туда, еще вот там, вот и вот там, и вот туда есть туннель. Кто это тут бегает по заснеженным туннелям? Вот там дальше, за забором, у нас есть лес. Вот там вот есть ворота в этот лес. И если вы хотите, мы, когда отправимся гулять, я сниму, например, зимнюю прогулку. Так что голосуйте в вопросике и ставьте лайк, если вам будет это интересно посмотреть, потому что это может быть очень эпично. Вот Алиска, не знаю, видно ли или в отражении я, сама сидит под дверью и просится, мяукает прямо такая. Алис, ты хочешь гулять? Мяу! Встает вот так вот лапками и говорит: «Выпустите, я хочу гулять». Вот единственная проблема, что она очень долго выходит, в отличие от собак. То есть собаки сразу выбегают, а Алиска еще думает там что-то. Если слишком холодно на улице, она начинает сомневаться в том, что она вышла, и начинает в двери смотреть и говорить: «Ладно, я передумала, пустите меня обратно». Копает снег зачем-то. Она еще все время, когда выходит, потягивается. Сейчас странно, что она этого не сделала. Что, Алис? Что, снег? Холодный? Зачем ты его копаешь? Так, сейчас посмотрит по сторонам, поморщится и все-таки пошла. Как она не мерзнет, как лапа у нее не мерзнет, я не понимаю. Зачем-то пошла сюда, вот сюда прорыт туннель такой небольшой, я прорыла его. И она зачем-то сюда пошла и играет со снегом. Несутся! А где Мишу-то потеряли? Ушки передвигающиеся. Это Мишаня в одном из туннелей бредет. Видите? Миш, ты не в тот туннель зашла. И вот так каждый день они вылазят на улицу вдвоем и начинают тут
устраивать шоу. Как раз по поводу кисы Алисы. Если вы смотрите канал давно, то вы помните, как я с детства пыталась ее приучить к улице, когда мы жили на съемной квартире. И она все время боялась, не говоря уже о каких-то зимних прогулках и снеге. Она и летом была в шоке от улицы. Я снимала об этом видео, как она там ползком просто передвигалась, как ящерица. Но как только мы переехали в дом, и я стала постоянно ходить с собаками гулять на улицу, с ней что-то случилось, у нее что-то в голове переключилось, и она тоже захотела гулять с ними, особенно с Юмичу. Они вдвоем постоянно бесятся, дерутся, играют. Может быть, это связано с тем, что они подружки с детства, выросли вместе. То есть с остальными собаками у нее более такие холодные отношения. Они не дерутся, ничего, но и не особо общаются. Алиса, ты в туалет пошла? Серьезно, на улицу? Или что ты делаешь? Она реально пи-пи делает. Алиса, ты меня очень радуешь, потому что я хотела, чтобы ты привыкла к улице, в туалет ходить на улицу. Офигеть, она реально сходила в туалет. Алиса, ты меня радуешь. Молодец, кошка, умная. Вот что значит простая канализационная, да? Эй, ты куда? Вот веселье-то по снегу прыгать. Мороз жуткий. Все не хотят, потому что холодные, они уже более взрослые, чем эти две дурочки. Алис, ты куда? Стой! Юмичу, следи за ней. Алис, ты куда? Алиска! Где покемон? Где ты ее потеряла? Ты куда пошла? С Юмичу это просто постоянный какой-то цирк. Когда они на улицу вместе попадают, это вообще жесть начинается. Вот сейчас они куда-то умотали, и я не знаю, где они. Так. Юми, Алиса! Так, Юмичу, а где кошка? У меня вот, когда мы сюда переехали, постоянный был страх. То есть за собак я не боюсь, а вот если кошку отпустить гулять, то... Мне все время страшно, что она куда-нибудь денется. Хотя забор есть, и вряд ли она куда-то может потеряться, но все равно. И вот, видимо, мой страх оправдался. Юми, где кошка? Где Алиса? Вот тут есть следы. Но тут фиг разберешь, чьи кошачьи, где собачьи. Юми, ты ведешь меня к Алисе, да? Я надеюсь, что Юми ведет меня к вот этому нашему домику деревянному. Ой, про него есть целые мистические истории. И вообще про это место, про то, в котором мы живем, я как-нибудь, может, на канале вам каком-нибудь расскажу. Если интересно, тоже голосуйте в вопросе. Потому что тут, даже говорят, зарыт револьвер старинный под яблоней. Я уже, конечно, как всегда, начала переживать, но я себя успокаиваю тем, что я думаю, что Алиска тут. Все-таки она первый раз так далеко ушла. Я слышу, там кто-то шуршит под домом. Так, что там, под домом кошка? Больше всего я этого боялась, потому что тут еще такой завал, мы еще тут ничего не разобрали. О, жесть! Алис! Странно. Так, надо с той стороны посмотреть. Черт, сняла видео, блин, прогулка кошки. Ты куда кошку потеряла, а? Так, сейчас посмотрим с этой стороны. Там тоже нету. Капец, покемон. Сейчас будем искать кошку теперь. Кстати, вход в этот таинственный сарай вот закрыт на замок. И про него можно отдельное видео снимать. Там вообще один раз мы на крыше нашли птичку мертвую. Думали, что это синичка, но оказалась какая-то другая птица. Если честно, я забыла название. Я подумала, что Алиса может прибежать сюда, потому что здесь ее старый домик, в котором она жила на съемной квартире. Мы сюда его принесли, потому что он уже очень убитый. Хотим купить новый ей, поэтому... Но здесь ее тоже нет, я посмотрела внизу. Мои переживания оправдались, кошка куда-то умотала. Я более-менее спокойна, потому что у нас по всему периметру забор, через который вообще нереально ей перелезть, хотя я не знаю, что, на что способна Алиса. Вот, но, значит, она где-то тут. Я очень замерзла, потому что я была не подготовлена к этому. Самый мой основной страх по поводу кошки и ее прогулок вот этих вот всех был в том, что она может скарабкаться на дерево, и потом придется ее как-нибудь снимать, потому что она все-таки кошка домашняя, и вряд ли сама может слезть, но вы знаете всякие такие истории. Я уже поперлась просто так вот по сугробам, потому что я начинаю переживать, ребят, серьезно. Ну, я бы видела здесь ее следы. Юми под домом там сидит. Покемон!
Очень холодно, у меня уже палец отваливается просто. Юмичу тоже уже дрожит, при том, что бегать продолжает все-таки. Я реально уже закоченела. Мне кажется, что если бы Алиска была где-то там, она бы уже знак подала, потому что она такая кошка, она сразу мяукать начинает. Единственный вариант, который я вижу, что она на самом деле, когда они сбегали туда к дому, вернулась уже по другому туннелю. Я дошла до другой стороны, Юмичу убежала. Здесь, кстати, тоже вот есть туннель. У меня была мысль, и Юмичу тоже сюда пришла, что Алиска где-то под машиной тут, но ее нету. Реально как будто помогает искать Алису, но нет, я не думаю, Юми, что она куда-то через забор перескочила. Не передать словами, у меня уже большой палец просто не шевелится, у нас адский мороз. Минус 20 с лишним градусов. Вообще жесть, я не понимаю, куда могла кошка подеваться в такую погоду. Я хотя бы тебя домой запущу. Проходи, проходи. Переоденусь. С другой стороны, все мои деревенские знакомые говорили, что кошка будет шарохаться где-то все время, постоянно, особенно летом, когда тепло, и не надо переживать, она привыкнет к улице, она вообще домой будет приходить только поесть да поспать. Я так и знала. И надо было нам так нервничать, да, покемон? Лиса, мы тебя ищем. Фу, блин, ты где была? Мы там все облазили, обошли. Маленькая дурында, а? Конечно, столько где-то ходила, бродила, мы столько тебя искали. Давай, заходи. Юми чуткая по жопе ее толкает. Мамка руки отморозила, пока тебя искала. А ты спокойная такая морда. Требует, чтобы ее погладили. Вот так вот прошла первая прогулочка наша эпичная, большая, с киской Алиской. Она нас всех напугала, да? Жопа мелкая.